Ребят, еще про физические ограничения. Знаете, я вам что скажу? Я думаю, что это тоже все-таки история этого одушевит. У меня девочка есть, ну, тоже девочка. Все, что до 100 лет, это девочки, поэтому девочки. У меня есть девочка, которая несколько лет на коляске. Не может ходить, у нее ограничения, вот как раз физические ограничения, она не может ходить по своим причинам, она была в аварии. И когда мы с ней начали разговаривать и прорабатывать, она говорит, да я вообще ничего не хочу, просто хочу ходить. Я говорю, ну ты же можешь свое тело, как бы ты, и люди отращивают конечности, люди там справляются с такими тяжелыми заболеваниями, у которых все органы съедают. Я говорю, у тебя всего лишь восстановить двигательную систему в ногах. Это как минимум запустить опять туда свои... запустить туда опять, чтобы тебя начали функционировать по новой ноги. В первую очередь это нервные окончания. Я говорю, это все идет от головы, твой же центр в голове. Попробуй вот эту в голову залезть, если ты не понимаешь, как, потому что у нас у многих стоят ограничения. Давай залезем через душу, через сердце. И мы с ней выбрали такой способ. Я говорю, ну что ты, вот что ты помнишь? Она говорит, я помню, как мы приезжали к дедушке, и когда я была маленькая, мы бегали по полям. И это был детский простой восторг, который не предполагал под собой вообще ничего. Как ты бегаешь, в чем ты бегаешь, насколько далеко. Можно было кричать и бегать по этим полям. И мы с ней выбрали картину, где девушка уже взрослая стоит в платье, вот так вот у нее ручки назад, и огромное лавандовое поле невероятной красоты. И она, когда ее видела, она говорит, это я. А там же самое, что интересно, что лица не видно, когда ее рисуешь, ты можешь четко понимать, что это ты. Вот. И она говорит, это я. И она начала ее рисовать. И когда она начала рисовать, она мне, наверное, дня через три, она говорит, я рисую прям каждую черточку, что растягиваю удовольствие. Я настолько в этой картине. И говорит, вчера, говорит, я проревела 2 часа. Я говорю, что случилось? Она говорит, у меня, говорит, начали болеть ноги. И я, говорит, настолько была в восторге от боли, как бы это ни звучало смешно, но у меня начали... Я начала чувствовать свои боли, свои ноги. Они начали у меня болеть. Это для меня, говорит, такое счастье. Я не чувствовала их несколько лет. Говорит, я просто от этого восторга, от этой радости просто ревела. Говорит, часа два. Вот так тоже бывает. Поэтому, ребят, все только у нас в голове.